Всем привет от Масика. Мы уже требуем еду. Да, уже требуем. Сличка пришла и ничего не даешь, да? Ну, помягче, ты ж только мягче. Пока я включила телефон, он уже... Ты чего, мол, не даешь мне? Мягче сидит. Поставила миски, а еду не даешь. Да, Масик? Вот он вам скажет. Масик. Масик. Чего сейчас? Масик. Сейчас. Вот такая миссия. Вот мы уже ждем. Мы ее сейчас пониже отпустим чуть-чуть. Да, Масяня? Вот так она делает. Видите, ниже мисочка. Это мне там наши... Маська, тебе все привет передают. И сказали чмокать в нос вот так вот. Чмокаю, чмокаю. За всех, друзья, спасибо большое. Сейчас я... Вот, сегодня у нас рояль будет. Да. И у нас проплан. Да. Оп. Вот мы как. Смотрите. Мася, ну-ка давай ты нам продемонстрируй, что ты будешь. Да, вот такой, я скажи, да. Вот. Ой, ты какой красивый. Ой, какой красивый мальчик. Да вообще такой серьезный. И чего, скажи, не даешь мне ничего, да? Сейчас открываем, сейчас. Вот так, даю. Мася, потом я ложечку достану. Давай. Опа. Вот так, давай. Давай, давай, давай. Он у нас теперь еще товарищ харчами перебирает. Да. У нас и ложечка есть, все у нас есть. И чашечка для водички. Сегодня доктора хвалили Масика. Завтра должно быть уже КТ, друзья. И еще какой-то анализ доктор сказал, что это вот, который тоже вместе с КТ делалось, под наркозом это все делалось. Вот, небольшим, да. Сейчас, Масечка. Сейчас. Подожди. Тихо, голодный. Ну, смотрите, Мосю вымазала. Сейчас я ложечку достану. Вот так вот. Масянина. Такая у нас для водички с крышечкой. Кушай, кушай, кушай. Ты бульончик высыпал, да? Сейчас мы ложечку достанем. Ой. Вот. Типа того, что, скажи, пришла, а не даешь мне, скажи. У нас тут и полотенце, у нас все есть. Смаси. Да, сейчас, сейчас, наверное. Показала, друзья, вот немножко, сейчас я включу, надо ложечку достать, чтобы показать, как масечка наша. Вот, я пока баночку, я сейчас водички наберу, сейчас, мы хорошо. Здесь дистиллированная, не такая питьевая вода. Вот, видите, мы все вот так наяриваем, да, вот так наяриваем, да, вот такой. Вот, даже крошечку подобрал, умница. Ой, крошечку подобрал. Мой мальчик молодец. Ой, такой. Вот такой, да, Масянь? Какой ты красивый. Я прям тебя... О, а что такое? Мать разговаривает с нами, друзья. Вот она вот. Утёк. Еще, да? Еще. Вот такие у нас, друзья, дела. Вот такой хвост, конечно, мы сделали очаровательный. Да. Ну, в общем, мы кушаем. Спасибо вам огромное всем. Да, Мася, скажи спасибо. Скажи спасибо. Вот, Анья, скажи спасибо, вас целую. Я вас всех целую и говорю вам спасибо, спасибо, спасибо. А мы продолжаем кушать.